Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководителей структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности далее. Более 2000 обращений поступило в люберецкую полицию на минувшей неделе. За отчетный период на территории обслуживания ведомства совершено 15 преступлений. За одно убийство, 2 причинения тяжких телесных повреждений, 4 кражи, 6 незаконных оборотов наркотиков. Напряженная неделя была у сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. 50 выездов по сигналу тревоги. Справляться с огнем пришлось 4 раза. Один пожар произошел на автомойке поселка Октябрьского населения, дом 57. В результате пожара пострадавших нет. Один на автомобильном транспорте. И 2 пожара произошли в жилом секторе. В результате пожара также пострадавших нет. В системе ЖКХ произошли небольшие технологические сбои. 16 домов в микрорайоне Красная Горка на время остались без горячей воды. Аналогичная ситуация была и в ЖК Марусина. У нас, получается, аварийная ситуация была на сетях горячего водоснабжения. 8 числа в четверг Люберецкая теплосеть устранила все в регламентные сроки. На совещании обсудили вопросы, связанные с благоустройством округа и состоянием дорог. Подвели спортивные итоги недели, а также рассмотрели жалобы и обращения, поступающие от жителей. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.